Шалом, нехристи. В общем, в прошлой серии мы пытались проникнуть через этот забор. Я долго сетовал на то, что наша главная героиня немножко туповата и не может перелезть. Я долго размышлял на тему того, что надо как-то это сделать, блять. И я не заметил, что в этом ебаном заборе есть дырка, блять. Огромная, сука, дырка. Ну, я, конечно, мастак. Я мастак. Усложнять то, что усложнять не нужно. Ну чё, сейчас мы попробуем жахнуть по этому электрощитку ебобанному, значит, опа, ушки одеваем, для себя чуть тише делаем громкость игры, потому что пиздец какой-то, если я не слышу, так, ну погнали, о, ой, не-не-не, о, бэм, заработала хуйня, и с помощью этой хуйни я могу, куда? Я могу куда? Туда? Так, ну не знаю, не знаю, не знаю. Сейчас я быстренько новый сейв сделаю. Чтобы потом не возиться с быстрыми сохраняшками. И попробую полетать. Так. Честно говоря, я все равно не понимаю, куда я могу проникнуть с помощью этого. Ну да попробуем. Хули нам. Да далеко-то я никуда не улечу на этом говне. Вообще непонятно, честно говоря. Ладненько. Ябадабаду. Чё происходит? Чё нахуй? Окей. Ну да и знаете чё, хуй бы с ним. Погнали лучше дальше. Как бы, я не совсем, честно говоря, помню, куда дальше. У нас есть желтый ключ. А, желтый ключ, он открывает желтую дверь в здании, в котором мы вчера чем-то блудили. Здание это... А, отсюда я пришел прямо изначально, окей. А здание это вот оно. А, тут уже заборонено. Понятненько. А, сука, катаются же. Ладненько. Давай. О. Желтая дверь была где-то здесь, если не ошибаюсь. Тьфу ты, блять. Испугался на говнаны. Испугался этой хуйни, думал, что это вражина. Так, вот тут где-то. Полюбе. Э? А, толчки. Толчки, хуйчки, это все нам не надо. Это все нам не надобно. Надобно нам желтая дверца, которая была же, ну где-то, сука, здесь. Ну, Димон, давай, напряги память. Давай, мозговая деятельность. Думай. Не бегай, как остервенелый. Я понимаю, ты это дело любишь. Просто носиться нахуй, но давай пораскинем все-таки мозгами. Well, help you put your best foot forward. Ага. Stomp it, let us lend a hand. Понятненько все. А в лифт, может, можно? А, не. Поломано все нахуй. Ну да, Димон, желтая. Во, наконец-то. Знал же, что где-то это все дело здесь, блять. Давай, открывай. Так, что-нибудь посущественнее. Три патрона? Не. О, так вот. Оп. Ага. Здравствуйте. Нас встречают с распростертыми объятиями, собственно. Отъебись. Ага. Во-во-во-во-во. Тише. Давай. Оба. Бэм. Еее.
редко этой хуйней пользуюсь, а она крайне приятная. Надо пользоваться всеми возможностями, которые дает себе геймплей. О! Это я божественно исполнил. Потрохня. Так, 52 жизни уже. 52 единички жизни уже. Все всрал куда-то. О, толчки. Ну как же мы без толчков-то? Хотя бы в одной серии. Impossible. Че? Кто там пиздит, блять? Так, запер... Блин, че ты застрял-то? Это ты был, жопа. Ну ладно. Ты, конечно, хитрый, но мы хитрее, блядь. Бэм. Ага. Ага. Чё тут? Здорово. Блядь. Ага. Да. Да. О моей хитрости, конечно, идут легенды, блядь. Но этот парень оказался лучше. Так, снова, ладно, пойдем теперь в тот толкан. В женский, собственно, как нам и завещено природой. Ой, иди нахер. Блять. Сука. Ой. Блин, в узких помещениях эти чуваки, китающиеся гранатами, это... Та еще падаль. Так, в том толчке что подберем еще? Я помню, что там был негодник. А если мы в него... Оба! Понятно. Здорово. Тише, пацаны. Бля, я себя переебал. Ладно, миткикнемся. Сейванемся. Но идея-то была хорошая. Идея-то сама по себе неплохая, че? Так, полезли. А тут че? А, не-не-не, не тут че, а там че. Давай-давай-давай. Там еще одна прожилочка была, в которую мы не... А, понятно, это выходы в толчки тупо, больше тут некуда идти. Окей. Окей. Ну, сейчас мы, блядь, тебя сделаем. Мы-то уже знаем, в чем проблема. Хоть нахуй! Хоть нахуй! А тут что? О, а тут тоже что-то. О, ты простреливаешь через это говно. Блять, а, я тоже простреливаю через это говно. Ну, хорошо. О, что-то поднабрали. Это какие-то серваки. Тут секретиками никакими не пахнет. О, красная карта. Блин, а я ее не заметил. Он так бы и возился, блять, потом. Ага. Ага. Здорово! Блять. Это было не так эпично, как я предполагал. Так, лучня, да? Где моя лучня? На шестерочке? Да я на шестерочке. Да куда ты, блять, из... Сука, блять. Гнидосина. А-а-а. Не помер еще, что ли? Да вы заебали, блять. Ладно, давай. Давай вот так вот. По-ковбойски. Блять, дверь заебала закрываться через 3 секунды. О, кажись, парень рухнул. Ну, допустим. Допустим, это было неплохо. Паучок, здорово. Че ты там напрыгиваешь? Такой, я здесь. Эй, братуха, пристрели меня. Ой, блять. Нахуй идешь. Там еще такие, как ты. Ага. Нихуя я к вам не пойду, я из дырочки буду. Вот так вот. Пожрем, жранина.
Едень. Ам-ням-ням-ням-ням. Да-да-да, и не говори. Это что? Это что-то неподбирающееся. Окей. Понятно нихуя, ну и ладно. Блять, козлины. Давай, пристрелю до тебя, стой спокойно. О. Так, мне подсобрать нужно, подсобрать херни. Я жадный до боли. О, нормальненько. Так, подожди, ликвид крэк. Мелочи у меня дохренища. Непонятно, где мы прячем в нашем обтягивающем костюмчике. А действительно, где? Ну да ладно, не будем задумываться о подобных вещах. Мы тут по экшону. Понятно. А это что? Я был тут? Сохранимся. По-моему, да, по-моему, был. Ну да на всякий. Ну да, вон трупы повсюду валяются. Очевидно был. Очевидно был. О, кусты. Еба. Ну-ка. По-шпионски, блядь. Это не фурия. Это всего лишь куст. Не обращайте на меня внимания. Ля-ля-ля-ля-ля. Блядь, не прокатило. Ладушки. Ладушки. Ой. Ой. Говнецо. Хорошо. Картинки. Опа, титечка. Пиксель титечка. А там ребенок. Да, смотрите-ка. Как много всего можно рассмотреть-то, если приглядеться. Ой, блять, вы такие сволочи, короче. Блять, Dark Souls с этими за углами отдыхает. А тут мы были, да? Оптиканский нам не нужен, у нас 99%. Просто попробуем запомнить, что он здесь есть. Чё-то горит, костерок тот рожок. Душевно. Сосиски пожарить можно. Так, ладно, красная карта, красная дверь. Не будем, собственно, растягивать наше приключение. Иначе никогда не закончим. Не то чтобы мне хотелось заканчивать, игрушка хорошая. В принципе, игрушка отличная. Ой, бля. Ой, идите вы нахуй. Ой, идите вы в хуй. Я вас просто ненавижу. Вы такие мрази. Просто конченые, блядь. Давай, давай, давай. Подыхай. Отменненько. Слушай, даже здоровье не потеряли. Стрессовые, чуваки, стрессовые. Кофеек. О, кофеек прям по 5 прибавляет, слушай. Алкашка меньше берет. А алкашка меньше дает. Жизненно, жизненно. Hello! Блять! Что-то эпичность похерена. Эпичность. Куда ты? Куда ты назад прилетела, сука? Ты че, блядь? Да пизде. Короче, понятно все с вами. А, у меня нет. Ну-ка, подожди, а если мы сейчас накопим говница, а? О, вот так вот. Накопили и на нахуй. Вот это было хорошо. Порой лук тащит. Надо good look, говорил я. Не, нормальный. Просто оружие ситуативное, аки-гранатки, которые вот сейчас нам поднасрали немножко. Так, 77, у меня там где-то аптечка была. В загашнике, помним. Любим, скорбим. Ща, ща. В холле, да? Да. Не хочу проебывать аптекули, не-не-не. О. Я даже помню, как назад вернуться. Ну надо же. Память-то не вся еще просрана. Давай, крючку ликвидного. Ликвидного. Эп. Эп. Ой, тут дырочка какая-то. Хорошо. А тут что? Что сегодня по телеку?
Аптечка. Аптечка. Чмо. Чмо слева. Ага. Голограммы какие-то. Хм. Слушай, а картины-то особо не повторяются. Интересно. Это прикольно, на самом деле. Погрелись. Дальше пошли. Судя по всему, нам в эту дырочку и надобно. Ой. Ой. Опа. Чмошники лукастые в холл вернулись. Окей. Будем знать. Так, блин, звук турели. Ну-ка, я могу? О, я могу, хорошо. Экономим. Экономим потрошки. Вот там чмошники, да? Справа. Сейчас я вам устрою, блядь. Не? Не. Ну ладно. Хотя она рванула. О! О, хорошо. Гранатки также могут быть крайне полезные. Я уже говорил. Тише, 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 тише. Тише, тише, тише. Чую, чую ж вас. Ага. О, а так вот. Так вот, что мне показывала камера. А я, блин, не понял. Судя по всему, эти звуки, они снизу исходят. Ну-ка, если вам туда сюрпризик запульнуть. Парочку. Если что, подберу потом, не страшно. Не? Чё-то не. Ну ладно, F5-ка и врываемся нахуй. Ой, ой-ой-ой. Тише-тише-тише-тише-тише. Тише-тише-тише. Хорошо, хорошо. Нормально, у них гранатки с потолка падают, а они ходят там. Как будто ничего и не происходит. Как будто у них каждый день такое. Ну, я подумаешь, дебил какой-то граната разбрасывает. Опять этот Серега, блядь. Вот шутник, нахуй. Все никак не успокоится. Разбрасывает и разбрасывает свои гранатки. Наверное, вот это у них в голове происходит. Ой. Хатшотик. О, вижу медкитку. Вижу медкитку. Вот так вот. Чудесненько. Че, разъебать-то можно? Ага. Разъеб-то я разъеб, ага. А какой в этом смысл? Оптиканские. Ой. Вышел встречать меня. Опять хэдшотик, слушай. Мы прям красовеем и красовеем. Все лучше исполняем. Опа, опа. Годненько, годненько. Судя по всему, это тоже можно было разъебать. Но мы чё, мы по грации пошли. О. Тише, тише, тише. Я первый. Кто последний, тот и мертв. Ой. А, это лесенка, это наша лесенка, да? Да. Ага. Хорошо. Тут чё? Тут... Что тут тайное? Пускай меня, давай. Платформа. Ты жадина синяя. Ладно, блядь. Так, куда-то движемся. 6 патронов, блядь. Вот так вот. Ага. Это я вас вовремя заметил. Подставить меня не успели. Гранатули для девчули. Ага. Повер для какого-то элеватора. Для какого-то элеватора. А что это за лифтик? А, вот этот лифтик. Вот этот лифтик, который был в холле до красной двери. Да? Ничего себе мы. Или для всех лифтов, наверное. Ну ладненько, чё. Жахаем. Опа. О, тут открылось что-то. Лучок там лежит. Так, уже слышу. Злыдней. Чую злыдней. Опа, а тут что? Сука. Блин. Ну ладно, ладно, ладно.
Секретики я тут бегать разгадывать не буду, иначе вообще это невозможно будет смотреть. Оно и так не топ развлекательный контент, а тогда было бы вообще занудство. Стоять. Я это стрекотание помню. Оно не к добру, так нечего разбазаривать. Давай, из револьверчика. Да, из револьверчика. Из револьверчика мне на самом деле более по кайфу, по ощущениям стрелять. Так, извините, соплюхи. Все никак не могу стопроцентно выздороветь окончательно. Это мерзкая погода, она не способствует. Тык-тык-тык-тык, не? Тык-тык-тык-тык, не. Ладненько. Так, кто-то еще шмаляет. Ой, рвануло прямо перед ебалом. Ты что ж творишь? Вот скоты, блядь. Тише-тише, я первый. Спокойно. Открываетесь? Открываетесь. О, а там-то и бронька. Лук мне не нужен, давай пока с ним походим. А, к сожалению, пока ничего не нужно. А, теперь тут голубеньким горит, значит, открыто. Окей. Этот лук неплохо. А, не, так же, как и револьвер, он справляется с этими ползучими тварями. Душно я недолго их мочить, разве что с гранатомета или гранаты. Опа. Хорошо. Так. О, умный лифт. Сам догадался, что мне наверх нужно. Ну чё, пацаны, я здесь. Эй, дурни, блядь. Я здесь. Здорово. Меня ищите? Так я тут. Ну? Ага. Понятно. Ну чё? Уп! Долбоёбы. Так, это лифт какой-то открылся, да? Лифт, мы же открыли лифт. А кофе можно сказать? Ой, твинпиксовое кофе. Не, кажется, нельзя. Забавно, кружечки стоят рядом с кофейником. Гнида, блять. Куда собрался? Опа. А, лошара. Блин, как мне нравится их наебывать. Просто они такие злоебучие, что, ну, наебать их одно удовольствие. Еще один. Давай. А мы не торопимся, мы тебя прям с револьверчика. Давай, не стреляешь и славно. Слушай, нравится пока что все. Блять. Не, сейчас вот надо. Надо быстренько ушатать его. Так. Один патрошка. Ну давай с револьверчиком бегать. Что-то патроны у меня не копятся, вроде на легкой сложности играю. Но на второй, это не легкая, это типа средняя, но все-таки. Ну, кстати, сложность приемлемая. Мне порой рвут жопу, но это не так, чтобы очень обидно. Блин, я думаю, что этот экзоскелет, он не просто так висит. Это, а как в Думе последнем, помните, в Doom Eternal. Там мы бегали по локации, в которой видели, как собирается некое чудо-творение, блядь, инженерии. И это инженерное творение и было боссом в конце, возможно. Тут мы такую же фишечку имеем. Вот. А может быть, я слишком много думаю о хуйне. Так, какой лифт? Ищем лифт, пацаны. Бывали здесь? Вот этот лифт, да? Ну, наверное. А, этот лифт выход. Ну-ка посмотрим, может, те лифты заработали? Ну, те, которые из... Те два лифта, которые были где-то... Вот здесь. Не, нихуя. Ладно. Ладно, ну погнали. Блять, не туда. Блять, где он? Я потерял его опять.
Лифтик. Наверху, наверное. Ну-ка. Есть что? Да что ж ты будешь делать? Блин. Вот он, все. Фух. Still missing один из секретов. Да, уже все равно. What the hell? It's not how you treat your guest, Heskel. Не хочу прямо отсюда уходить. Музыка релаксовая. Ну ладно. Ага. Ага. Тебя та же участь ждет. Вот рекламки всего три. А вот произведения искусства, так сказать, художественные. Они. Вот опять же новая картина, они не повторяются со временем. Ну, может, повторяются, может, просто я слепой. Посветлее, да, окей. Что-то слишком ярко. Тише, тише, тише. Ага. Dodge this. Это тоже из «Зловещих мертвецов». Или из «Матрицы». Наверное, из «Матрицы». Да, из «Матрицы». Не, в «Зловещих» там немножко по-другому было. В третьей части там что-то было такое. Да, блядь, тише. Запизделся. Давай гнит валить, а не пиздеть. Как вы любите из-за угла кидать гранатку-то прям я не могу просто. Ой, ой. А что это там за тусавы, а? За тусямбы? Чё рвануло? Окно? Ага. Чё-то по патронью-то нежирное. Давай-ка пособираем чуточку, побегаем. Сачок. В текуле трогать пока не будем. Может пригодится еще. 99 жизни. И так жирно. Ага. Хорошо. Ты. Ты, блядь. Пацаны, мне нужно патронов пособирать. Тише будьте, блядь. Тише будьте, ёба. Куда ты? Блядь, за забор. Ну. Вот так вот, хорошо. Тише, в спину не стреляйте. Ну не по-джентльменски, ну что вы, блядь. Не? Ладно. Да? Да, кухонька. Ты как тут... Блядь. Смыть тебя, гаденыша. Так. Цитрусовый, давай-ка, восстановим чутка. Витаминчики, витаминчики нам надобны. Так. Да тише ты, куда ты? Тут, может, есть что. О, а я знал, что есть что. Хе-хе-хе. Я что-то сделал. Я какой-то лифт куда-то отправил. А, не-не-не, не надо. Не надо назад. А, ты не едешь назад? О, секретерчик. Секретунька. Секретухинский. Чё в флакончиках? Чё-то не очень вкусное. Наша героинька это все потреблять не желает. Ну и ладно, навязываться не буду. Навязывать ей свое мнение. Окей. Чё пишут? Чё жрут? Глаза какие-то, блядь, ребра. Чё-то прям поесть захотелось бы. Выглядит крайне аппетитно. Ага. Это мы что-то открыли. Так, а мы тут еще не побродили. Вдруг еще я чё пропустил интересное. Вот этого челика, например. А, это мы открыли выход сюда, понятно. Те два лифта не работающих.
Да, блин. А я там видел какого-то Ирода, блядь. Когда открываться-то собираешься, а? Чё-то твой обеденный перерыв затянулся надолго, блядь. Открывай лавоньку. Сука. Ага. А, и сразу ебучие гранаты. Ну, блядь. Знаешь чё? Не тебя отомщу, так твоему другу. На, нахуй. Вова. О, подберем говнеца. Тихо, бля, я думал, что я сейчас пизданусь. Чё по телеку? Чё за дверцей? Чё за выключатель? Чё делать? Там окно разбилось, судя по... Прям в жбан. Ублюдина. Так, куда ты, блядь, башкой в потолок, блядь, проник? Ну, охуенно. Все, накрылось мое здоровье огромной пизденью. Какая плоская ВХС-ка. Ну-ка. Окей. Какие-то графические тесты. Так, а мне что, это, рушится, что ли? Так, аптеканский возьмем. Ага, полезненько будет. О, еще один. Ну ладно, набрали снова. То, что просано. Ой. А вы уверены, что нам надо именно туда? Потому что я вот не очень... Не, ну мы можем ебануться так, соевануться и ебануться. Понятно. Ну я нажал use. Шмячнуло хорошенечко. Да, ну что ж. Это была не лучшая идейка. Поэтому мы ей и воспользовались. О, что-то у меня как в реальности поджилки немножко трясутся, когда я подобной хуйней промышляю. Не, ну нам точно не сюда. Ну ебать. Городок. Видок на городок-то ничего. А так вот. Видок пойдет, наверное, на превьюшку. Или вот такой. Ну ладно, похуй. Хватит фигней страдать. Так, куда бы нам с креслицем, собственно, проехаться? Может, лифты? Да, лифты же работают. Да не, очевидно, что не работают. Окей. Может, я пропустил какой-то... Ага, о. Ну да. Сейчас вот жбан бы гранаты и не хватало. Вот чё мне не хватало? Чё мне не хватало, блядь? Так это гранаты в жбан. В очередной, сука, раз. О, нормально. Так. Красная карта. Снова нужна? А у меня ее нет, да? То есть нам нужна какая-то... Нам нужно снова искать красненькую карту. Окей. Так где я свет врубил? А, это здесь. О, наконец-то картина повторяется. Только я начал хвалить игру за то, что картина тут не повторяется. Кстати, вот достаточно красивая мазня. Весьма неплохо. Блять. Можно превьюшку сделать из картинной галереи. Просто все эти картиночки вырезать и набить на один кадр. Ну а вот, только начал хвалить за то, что картины не повторяются, как вот она. Снова. Угу. Здорово. Да хватит. Тише, 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 я первый. Не хочу, не хочу гранаты в жбан. Хватит с меня. Вискарик. Гранатки. О.
Слушай, действительно, сделаем, пожалуй, превьюшку из картинной галереи. Или из видов, посмотрим. Так, там потрошки? Да, потрошки нам нужны. Потрошки всякие важны, потрошки всякие нужны. То больно я их расходую. Аппетитно. Так, соточка здоровья, еще раз соеванусь. Так, турель что ли или что? Что загудело? Не помню, видел я такую картину или нет. Ну это, судя по всему, какие-то секретуньки. Ладно, если я не вижу очевидного решения для секретульки, то... О, красная карта. Окей, на. Не-не-не-не-не. Вот сейчас закрывающаяся дверь мне очень даже помогла, кстати. А я сетовал на вас. А я на вас ругался. Не, вы хорошенькие. Извините. Извините. Блин, да что ж здоровье, как с куста-то. Так, тут что? Опа. Там что-то жахнуло. Кажись. Может, мне балкон открыли? Сомневаюсь, конечно. Ну да. Просто там такая же кнопочка. Да ладно, это было бы слишком просто. О, а может как-то здесь... Как-то здесь на этот балкончик можно попасть. Блять. Маху дал. В жбан получил. Ну вот так всегда. Маху даешь, в жбан получаешь. Я где-то тут апсикули оставил. Неподалеку. Вот... Не здесь. Ладно. Здесь? Не, не здесь. Не, здесь. Да, точняк. Вон она. Я слежу за здоровьем. Не надо. Не надо. Чтобы коллизий неких не случалось, нехороших. Бэ, что он говорит там? Мне слышится Virgin. Это он обо мне? Он многого обо мне не знает. Не такая уж и вёрджин, блядь. А может, она хранит свою розу для принца? Кто знает, кто знает. Ладно, скорее всего, они говорят не это, но я, блядь, слышу это. Так, ну ладно, нам нужно туда. Сейчас я еще пройду по разломчикам. Вот, сортиры, кстати. Как вы... В сортиры-то не зайти, вы чё? Так, мы знаем, как оно делается. Вот так вот. Понятно. Комментировать не будем. Так, я же еще где-то... Где-то, где я понавзрывал, я не допрошелся, да? Мне кажется. Надо круг почета сделать. Да, вот я абсолютно точно там не допрошелся. Секретик? Хуетик. Секретик? Хуетик. А, нельзя. Я просто еще со времен старого Дума, когда вижу надпись «Exit» и какую-то дверцу, каких по уровню встречается немного, я сразу радуюсь, типа, уху, конец уровня, и бегу. А тут меня эта игра наебывает очень часто в этом плане. Так, ну это чисто по кругу прогулочка, да? Так, а здесь...
А здесь я тупо что-то нажал. Понятно. Что позволило мне ломануть все эти преграды. Ну что, значит, заюзаем красную карту. Да? Лифтик. О, лифт работает. Лифт работает? Может, я отсюда приехал? Да, точно, я отсюда приехал. Просто лока маленькая, но она очень часто перестраивалась из-за взрывов, там, стен и прочего. Поэтому мне казалось, что она большая. На деле тут три комнаты. Три комнатки ссаных. Ладно, все, пошли в красную дверь. Если мы ее еще найдем. Да, конечно, найдем. О, что-то подбираю, даже хуй знает что. Ой, ёб твою мать. Понятно. Ну ладно, хотя бы понабираем что. Не? Крепкая лента. Не дает мне проникнуть. Так, ну красная дверь же была пиздец как на виду. Оба. Эй, я сказал оба. Охуенный пролаз, в который наша жопа, видимо, после тако с буритами уже не пролезает. Ну ладно, это же все равно та лока, которая вот. Вот здесь вот, в принципе. Ну-ка, а что тут? А, не-не-не, открывай. Открывай, блядь, не хочу перепроходить. Знаю, там 10 метров пройти, но я же разъелась, блядь, мне уже лениво. Картинка. Опа. Опа. Чё-то нашел еще. Ещё бы запрыгнуть сюда. Так, где бы мне мешочек какой найти, блядь, или урну. Что-нибудь, чтобы подсобило мне. А? Ну давай. Ну найдися. На кухне, да? На кухоньке. Я же не все урны расстрелял. О, мешочек. Пошли со мной. Блять, физон. Мешок, пошли. О. Ой. Тяжка, тяжка доля работника клининговой компании. Вносить мусор в этой игре просто невозможно, тяжело. Оп. Пошли со мной. Ага. Поможешь, братишка. Давай. Давай. А, вот, вот, ходьбу. Включим ходьбу, так попроще будет. Ой, я, наверное, вам очень интересно будет смотреть на это. Прям оторваться сложно от экрана. Давай, давай. Давай. Вот так вот. Здорово, нахуя я это сделал? Так. Чё, блядь, тут лютейшим паркуром заниматься, что ли? Ну окей. Блядь. Ну я понял, мысль понятна. Сохраняться после каждого прыжка, блядь. А тут открыто? Или мне куда-то еще вверх? Откройте. Пацаны, помогайте. Пизда же. Я же обратно не запрыгну. Что ж я здесь не сохранился? Это было бы так пиздецово. Ладно, прощай, суровый мир. Долго летишь. Хорошо, шмякнулось. Может, тут открывается стена? Да! Фрич! Чё, блядь? Ага. Чё я открыл, блядь? Надеюсь, тебя. Да нихуя.
Все это, конечно, очень интересно и занятно. Че? Мистери Баттон, ну вот не говори, в натуре мистери. Ну ладно. Горд собой, что нашел эту хуйню. Но, пожалуй, мне домой. Сейчас допрыгаем. Блять. Допустим. Все. Все, нагулялись. Красную дверь там видел, кстати, в окне. Которую я, в общем-то, и ищу. Алло, блять. Вы че? Я думал, гранатка. Наверное. А, она здесь, все. Тише, тише, спокойненько, блядь. Вижу тебя. В этот раз не наебешь. Ага, не наебешь, сказал он. Чё ты такой неубиваемый-то, блядь? О, моначьё. А, все, понятно, понятно, понятно. Тише, успокойтесь. Нате вам, во. Чтоб не бузили, блядь. Ага. Ватиканские. Вискарик. С очком запьем. Хорошо. И жизнь удалась. Элеватор АСС. Окей. Access granted. You've just been rooted. А тут что? О! Это вы меня. Это вы ко мне ломитесь, меня стреляете, а я по монитору смотрю. А где? А где это эти парни? Че они. Где они бегают, блять? Они, сука, за дверью в меня уже хуярят. Вон уже снесли мне 15 хп. 14. Ага. Ага, парень. Сейчас мы тебя. Это что было-то? Блин! Да ты, блядь, ниндзя, сучий. И опять мне хэпулю отожрали, блядь. Опять мне хэпулю отъели. Оптикон. Хэпуха. Бэм. Ой. Честно говоря, я уже рад, что встречаю за дверьми вот этих вот чувачков с луками. А не тех с гранатометами, потому что гранатометы мне ёбочно чищают только в путь. Так, мы лифт какой-то открыли, да? В сортерах мы были? Да, в сортерах мы были. Это унисекс-толчок. Первый за игру унисекс-толчок. Ну поэтому там эта штучка висит, судя по всему. Не буду продолжать мысли. Оба. Парни. Как оно там? За дверью. За дверью, блядь. За дверьми. А? Так, а что это за лифт? До какого лифта я, собственно, добрался? Это рыбка идсофтверовская. Прикольно. Очередная любопытная отсылочка. Надо бы ее тоже запечатлеть вот так вот как-нибудь. Вот так вот. Вот так вот. Хорошо. Здорово. Вот этот лифт? Наверное, вот этот. Найс. Так, все, подберем всякие хэхэпулины. И поехали, наверное, на новый уровень, на новый рубеж охуенности. Какой звук прикольный. Ну чё, наверное, тут мы закончим эту серию. Всё, всё. С Новым годом практически, кстати, пацаны, 2021. Всё, прощайте.